Всем привет! Итак, моя посылочка «Счастье у меня». Это фоамиран, иранский и корейский. Иранский отличается своими пастельными нежными оттенками. Он воздушен, приятен на ощупь, имеет бархатистую поверхность. Легко поддается обработке, но при неосторожном растягивании может и порваться. Этого минуса у корейского нет. Но зато и нет такой бархатистости, как у Ирана. Я использую в своих работах и тот, и другой, ориентируюсь на цвет и толщину материала. И в этом интернет-магазине я нашла супер тоненький от 0,5 мм толщиной. И я счастлива и спешу поделиться с вами. Вот такую посылочку я получила, плюс подарок от магазина — лист шелкового зефирного фоамирана. Это судьба. Придется осваивать зефирку. Благодарю интернет-магазин Kate Made за ассортимент, быструю доставку, приятные цены и общение. Всем спасибо за просмотр. И главное, независимо от того, какой фоамиран вы используете, этот материал дарит праздничное настроение, создает уют и тепло в доме, побуждает к творчеству. До новых встреч! А встреча новая сегодня! Пока-пока!